Привет, как дела? Сегодня мы идем на фестиваль тюльпанов, который проходит в Центральном парке культуры и отдыха, ЦПКО. Так вот, фестиваль тюльпанов проходит 18-19 мая, в выходные. Ну и следующие выходные тоже будет 25-26. И в будни также можно зайти. В выходные парк платный, а в будни бесплатно. Вот отсюда хорошо видно Лахта-центр, флаги. Имперский, российский. И флаг Советского Союза. Итак, заходим в парк. Пойдем посмотрим карту фестиваля тюльпанов. Где нынче расположены самые главные клумбы. Тут памятник Кирову. Кокетственный, приятно томный, тишистый, вечно праздный и благородно независимый. В этом году фестиваль тюльпанов посвящен 225-летию со дня рождения Пушкина. Ну, какие тут интересные скворечники для птичек. Красота. И там еще один. Дети гуляют. Видимо, с садика или со школы. На лужайках, прямо как в гайд-парке. Красиво, конечно, весна наконец-то пришла и в Санкт-Петербург. Как все вокруг зелено и хорошо, прямо душа поет. Наконец-то черемуха у нас расцвела. Красота. Ой, а как вкусно пахнет. Ой, прекрасно. Надо сделать фотку. Вот такие рыженькие белочки у нас в парке водятся. Закапывает орешки, которые ей только что дали. И побежала. Да, это не то, что жирные белки в гайд-парке. Тут худенькие, тоненькие красавицы. Черемуха. Главное, синее небо. Очень красивый парк. Весной здесь прямо очень приятно погулять. Ну, а мы идем искать первую площадку с тюльпанами. Так, а тут какие-то еще цветочки интересные, беленькие. Что это за цветочки такие? Россыпи весенних цветов, желтых и белых, ну и, конечно же, красных и фиолетовых. Еще пока не совсем распустились некоторые, но все равно очень красиво. И это у нас широкошумный цветник. Тут еще и нарциссики можно захватить. Это еще такие пальмочки посреди клумб. Интересно, что это за цветы. Вот еще цветничок. Правда, не из тюльпанов. Очки дашь, сын? Замечательно. Они где-то разбиты? Пошли дальше. Хочу очки дать тебе? Дошли, да?
Вон тут еще и сцена готовится. В выходные тут, конечно, будут концерты еще. Я видела программу, там тенор, в общем, оперные какие-то арии будут. Вот сцена там с флажками. Арена какая-то. Модный базар. А, так тут, наверное, все-таки базар будет. Весна, весна, пора любви. Какое томное волнение в моей душе, в моей крови. Ушки. Такие вот нежные. Бежевые тюльпаны. Там позади немножечко красный. Конечно, еще не все тюльпанчики расцвели. Лучше приезжать в выходные 25-26 числа. Вот какие-то желтенькие. Жалко, не подписаны. Как называется такая культура. А есть вот такие вот зубастенькие, как сказала тут женщина рядом проходящая. Правда, интересный такой тюльпан. Тут немного красных, желтых, нарциссов. Небольшие клумбы, которые называются вечно праздный цветник. Ну вот такой вот он вечный праздник. А вот еще одна кормушечка интересная. И сидят тут голуби, кайфуют. Вот такие клумбочки есть. Разноцветные. Ну и вот еще один цветник под названием Тишистый. Почему он так называется, можно только догадываться. Желтые тюльпаны. Оу. Вестники, разлуки, цвета запоздалой, утренней звезды, утренней звезды. Ау! Ну какая трещоточка прилетела. Что-то держит в клювике. Улетела. Вот такое тут озеро красивое.
Прямо сегодня день такой ярко-синий. И смотреть на воду одно наслаждение. Красота. Так вот сесть в такой яркий день, солнечный, и поплыть на лодочке. А там дальше что, теннисные корты, что ли? Не знаю. Ну, туда я уже не пойду. Пошли дальше снимать цветничочки. Вот еще один цветник, полураспустившийся пока. Как он называется? Сейчас посмотрим. Такие красно-желтые тюльпаны королевские. Кокетственный. Ну да. Есть что-то кокетливое в этом. Пожалуй, и все. Ох, ворона прямо за столик села. Вот и все, что я сегодня нашла. Не все цветники удалось найти, не все распустилось. Поехали домой. Пока-пока, ЦПКО. Пока-пока. Христовский остров. Было очень приятно походить здесь такую вот солнечную весеннюю погоду.